В Ленинградской области задержали 62-летнего бывшего руководителя некоммерческой организации Магаданской области Владимира Кабанова. Он скрывался от суда, обвиняли его в хищении чужого имущества, совершенного с использованием своего служебного положения. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы, а за злоупотребление полномочиями – до 4 лет. По версии следствия, в течение 2019 года руководитель возмещал расходы на приобретение ювелирного изделия, посещение различных развлекательных мероприятий, а также иные траты, не связанные с деятельностью некоммерческой организации. Общий ущерб составил свыше 500 тысяч рублей. Задержанный будет этапирован на территорию Колымы. Как отмечает интернет-издание «Говорит Магадан», дерзкий чиновник разыскивался правоохранительными органами с конца прошлого года. Как только Владимир Кабанов занял свой пост в феврале 2019 года, он начал тратить деньги из бюджета на сомнительные цели. «Говорит Магадан» пишет, что это были дорогие номера в гостиницах, вип-залы аэропортов, рестораны, элитное обслуживание, ювелирные украшения.